Хейо, гайз, с вами Шимки, и сорян, что, конечно, короткая была серия, вторая. Это Вольфштейн, и мы отправляемся, походу, туда, куда нам надо. Это раскол. Переход в раскол. Уровни, как я понял, можно перепроходить. Прошу, помогите мне. Нацисты меня расстреляют. Ты уверен, что я не из них? Вы ведь Джей Блажкович. Я знаю, кто вы и что делаете. А ты кто, парень? Я Сергей Ковлов из Золотого Рассвета. Мы изучаем оккультные науки. Я пытался добыть древний артефакт, но меня схватили. Потом пытали. Я сломался. Я сказал, где тулийский медальон. Тулийский медальон? Это очень ценный артефакт. Он впереди, в одной из комнат. Пожалуйста, Биджей, остановите их. Если Рейх получит медальон, все пропало. Ну ладно, жди здесь, а я пока расчищу дорогу. Спасибо, агент Блажкович. Не благодари. Блин, было бы лучше без, наверное, вот этих вот, как они называются, субтитров, потому что они довольно палят. А мне нужно будет потом эти субтитры удалять. О! С помощью атак ближнего боя можно так бесшумно убивать противника, подойдя к нему со спины. Давайте бросим. Бля. Бля, я угораю с этого. Кто мог знать то, что она там бьет и просто полетит хер знает куда. Я не мог этого ожидать. Алло. Кто не мог этого ожидать, что показки отскочат, подсказки. Так, подожди, сколько здесь всего мне нужно что найти? 11 золота, 1 фолиант и 6 данных. Так, я к вам залечу, ребят. О! Почему я тоже подобрать не могу? Типа боеприпасы? А, да, это боеприпасы, ладно. Нахера я сюда залез? Вот как. Ну, я могу с помощью этого переключаться. Блин, будем искать, ребят, здесь довольно много золота. А я человек, который любит искать пасхалочки, всякие ништячки в играх. Так, ну нам туда, но мы туда не пойдем. Это что, граната холоста была? Которую они мне кинули. И чё у меня только два этих? Интересно, я снова буду летать, если я по этой херне стрельну. А, тут закрыто.
Дохера боеприпасов, как будто битва с боссом какая-то будет дальше. Так, данные найдены. Что за данные? Пока раскопки затронули лишь самый верхний слой участка. Но то, что я увидел, свидетельствует о том, что тулийцы были удивительным народом. Их культура находилась на высочайшей стадии технологического и духовного развития. Я уверен, что они переселились сюда, но не понимаю, почему они покинули свой прежний дом. Вероятно, это связано с какой-то катастрофой. Короче, мне главное собрать все данные, чтобы больше, как сказать, в лор, да, все такое заходило. Золото, ладно, не такое значимое. Что мне сейчас интересно, давайте я... Ладно, на мушку переключу. Нихера себе, она только взорвалась! Ладно, я типа с ней не взаимодействую. Походу нет, ладно. Запомним. Так, золотишко. Золотишко я здесь больше не вижу, поэтому можем идти. Ни хрена себе значок. Картонный. Пост. Кирка. Ну блин, ну это можно было по стелсу сыграть, но... Я ж не думал, что она отлетит. Теперь уже все. Так, еще данные. Допрос молодого русского пока не принес результатов. Он гораздо сильнее, чем я полагал. Но, похоже, он знает очень многое о раскопках. Возможно, мы даже сможем разгадать тайну кристалла. Я послал за книжником. Когда он прибудет, русский расскажет нам все, что мы захотим узнать. Добро. Ну да... Блин. Это оккультные плиты? Атериумус экс омнибус нос пресентибус эт ценсус виденди. Magna res et votis et silenti temerendo. Respite poste mortarem deete memendo. Aterimus ex omnibus nostri sensibus et sensus videndi. Magna res et votis et silenti temerendo. Respite poste mortarem deete memendo. Aterimus ex omnibus nostri sensibus et sensus videndi. Ну, поехали. Magna res es vocis et silenti temerendo. Respice poste... Монать, какой это маг, который не сдох от кирки... спину. Это точно какой-то маг-чародей. Оккультный маг-чародей. Так, ищем золото, ребят. Открывайся. Так, и... Мне нужно ваше оружие. Да, это походу подъем наверх. С помощью них я смогу подняться наверх. Так, это моя кирка. Это моя кирочка. Так, еще оружие. О, какое-то истощение идет довольно плохое от них. Так, ну все, да? Да, больше тут нихера нет. И... Почему ты не берешь? Ладно, кирка, полежи, пожалуйста, тут. Я тебя подберу. Вы смогли найти медальон? Да, нашел. Дайте мне. Нацисты на подходе. Нет.
Я ничего не знаю о Золотом Рассвете. Но нацисты! Ну ладно, другого выбора у меня нет. Вот, он защитит нас обоих. Я уже видел похожую штуку. Агент Блажкович, кристалл Нахтзоны, который я вам дал, зарядил тулийский медальон энергией. Активируйте его. Серьезно? Теперь вы в тени, отделяющей наше измерение от Черного Солнца. Внутри тени вы движетесь быстрее и можете видеть уязвимые места противников. Чтобы покинуть тень еще раз, воспользуйтесь медальоном. Вы можете входить в тень и выходить из нее в любой момент. Но у вас ограниченный запас энергии, так что используйте ее с умом. Теперь снова войдите в тень и ищите светящееся пятно. Это энергия Черного Солнца. Войдите в сгусток энергии и перезарядите медальон. Когда вы находитесь в тени, берегитесь существ, называемых призраки. Некоторые из них могут разозлиться и напасть на вас. За моей спиной проход, закрытый теневой дверью, преградой, которой не существует в тени. Нацисты научились создавать такие преграды, но их можно распознать по древнему символу. Идите по этому проходу и найдите кристалл Нахтзоны, спрятанный в храме. С его помощью вы сможете использовать медальон как оружие. Дополнительные кристаллы дадут вам новые возможности. Я рассказываю вам все это, потому что слышал, как нацисты говорили о древнем портале, который им удалось раскопать. Вы должны остановить их с помощью медальона. Так я сюда не выйду, да? Встретитесь на явке Золотого Рассвета в Айзенштадте. Ее местонахождение отмечено на вашей карте. Удачи вам, агент Блажкович. Спасибо. Мы сейчас, короче, с вами вылезли. Только для чего? Я вылез, да? Да. Смысл, я отсюда вылез и сюда зашел, если я не могу оружие достать. Кайф. Подсумок тоже взять не могу. О, оружие дали. Ладно, потом, нет. Я нигде светящейся хери не видел. Поэтому так уж и быть. Так, надо все рассматривать. Как я понимаю, здесь будут духи, да? Призраки эти самые называемые. О, спасибо! Спасибо за подсказку. Кто же мог подумать? Янки здесь, в атаку! А, это настоящие. Ищи укрытие! Так, не, я силу буду юзать как захочу, в принципе. Данные были? Напрасно я позволил генералу Шосхунду забрать из Айзенштата первый тулийский медальон. Но приказ из Берлина связал мне руки. Мы никогда не узнаем, почему этот идиот Шосхунд решил совершить путешествие именно на борту злополучного черпица. Впрочем, это не важно. В раскопе есть другой медальон, и вы найдете его. Или вам не поздоровится. Окей. Серьезно это сейчас?
Блин, главное не лохануться и не нажать способность. Хотя она не растрачивается так сильно. Малать, они что, так сильно бить начинают? Там какой... Снайп, мадать, жестко началось, слышите? Чё так много урона по мне идёт? Там что, рели снайпер какой-то? Ли, я чего-то не понимаю. Ладно, сюда не попасть. Да, это снайперы. Ясно. Теперь все. Почему меня с такой урона пришло? Так, странной энергии тут нигде нету. Нету, хорошо. Оружие буду всегда пополнять, держать его, в принципе, пытаюсь держать в запасе. Открыть эти не муж. Помощь идти. Так, что это такое мне дает? То, что я сюда залез. О, вот, я вижу золото. Вот что мне это дает. Да, мне нужно туда, по сути, но я пойду сюда, потому что сказали знак солнца. Фолиат. Подсказка. Собирайте фолиаты силы и получите доступ к силам теней. Ух ты ж её. Так, а можно узнать, как это дело делается? И... нет, ладно. О! Это типа бог? Нифига себе. Ладно. Давайте тогда наверх. Мне предлагают наверх полезть. Не знаю для чего, но мы залезем. Золотишко найдено. А, это не дверь. Ну, что за бред? Ты мне хае кинул? Нормально ты гранату кинул. Чучел. Чучел на чучел. А этот, я вижу, сразу мах отлетел. Так куда он делся?
Я в него попал, он сюда, бэм, и грохнулся, и все. Исчез. Игра мне на самом деле нравится, то, что здесь... Блин, ну по идее тут пасхалки по-любому есть, даже в старых Вольфенштейнах они были. А я возьму этот предмет, но сначала давайте мы изучим окрестности. Данная. Ловушка из кристалла. С прискорбием сообщаю, что все попытки достать кристалл потерпели неудачу. При этом погибло 14 человек. Тулийцы создали на редкость изощренную ловушку, но я уверен, что мы найдем способ преодолеть ее. Я понимаю, насколько важен этот кристалл, так что будьте уверены, что скоро вы получите его, даже если придется пожертвовать еще сотни человек. А здесь легко тем, что, скорее всего, нужно зайти во временной пролом и взять этот камешек. Но мы это сделаем попозже, подождите. Вот видите, тут золотишко валялось. Я человек умный, поэтому... Да-да, я. Ой, подожди. Как сюда забраться? Так. Так, и для чего? Офиг его, да? А-а-а! Ни хрена себе! Да уж. Надеюсь. Так, а замедление вот времени, да очень много жрет. Ну тут понятно, что нужно сделать. Нужно, короче, взять кристалл. А, тут лестница есть. Подсказка. Вы получили способность замедления времени. В течение определенного количества времени вы останавливаете время. Это четверка. Замедление времени... Да, замедление времени очень много жрет. Короче, с этим мы ускоряемся. С этим мы просто останавливаем время, я понял. Ловушки. Нет. Готово. Чтобы замедлить время. Что происходит? А я буду как Индиана Джонс, знаете. Я мог просто спрыгнуть в воду.
Хорошо. Здесь нужно первое. Откройте тайны. Так. Откройте тайны. Ой, бля! Чего, бля? Это я сколько еще урона впитал? Пипец. Знаете, как будто у него 10% хп отнимают, и типа пишут, идите в укрытие. А ты еще при том при этом можешь херечить хер знает сколько. Где все мое золото? Так, сохранение игры, хорошо. Так, туда я, понятное дело, сейчас не пойду. О, золотишко. Найс. Я хотел ускорить себя и перелететь. Как я понимаю, ну, не сохранилось, да, то, что я подобрал? Да. Нужно запомнить эти моменты. Пожиратели времени. В чем прикол? Как не нравится? Ох, не нравится все мне это. А чем подвох? Я понял, в чем подвох. Нужно было остановить время и пробежать. Я правильно понял? Походу, я правильно понял. Ладно. Давайте мы тогда немного отдохнем, пускай он надышку сделает. И главное, чтобы у меня хотя бы что-то оставалось. Так, ладно, остановка времени нам не пригодится. Нам зато, походу, пригодится это вот этот. Смотреть в двери и все в такой, то есть первая способность. Доктор, думаю, не стоит напоминать, какую важность имеет туристское устройство для моих исследований. Я требую, чтобы его демонтаж был произведен с максимальной осторожностью. Рекомендую также вести тщательные заметки, чтобы его можно было собрать на новом месте. Любая ошибка приведет к очень неприятным последствиям. Стоп, стоп, стоп. Я где-то документы потерял. Буду надеяться, что они на этой стороне находятся. Буду очень сильно на это надеяться, потому что обратного пути мне нету. Хотя я могу просто сдохнуть. Как вариант. Мне хочется все найти, ребят. Первым делом это для меня интересно. Во-вторых, это вам интересно будет. Ладно. Все, я понял. Я все просрал. Ну блин, ну походу сокращение пути мы все равно откроем. Через мост вот этот чик-чик. Если что, мы сможем вернуться. Пиздец. Да-да-да. Дело в том, что, блин, если бы оно сохранялось при подборе каких-то этих объектов, но отдельно сохранялось, потому что может быть такой момент, когда у тебя мало хп, ты подбираешь предмет, и именно в этот момент тебя кто-то решил убить.
А, это сгустки энергии, именно которые заполняют, да, тебя? И запомню. И насчет этого я тоже запомню, то что это пополняшки. А потом уже взрывчатка. Заперто, видите? Блин, как я мог документ где-то потерять, ё-моё. Хотя у меня уже есть все способности, которые мне необходимы. Помоемся. А, тут заперто, да? Прохода нет. Хотя проход может быть спрятан тоже. Золота у нас еще много не найденного. Ой, звуки мне эти не нравятся. Ай-яй-яй. Есть вероятность того, что здесь будут монстры в игре. Золото нет. А. Как черт они меня заметили? Ой, ладно, крафт. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Ну, видите, здесь типа хпшную полосу показывают. А в последующих играх там мы уже... Нормально все показывает. Не останавливайся! Кто-нибудь помогите спуститься! О, ни хрена, мне калаш дали? Дракол. Хотя я мог здесь порезвиться, используя магию. Тихо. Черная кирка. Магиня света. Так, давай посмотрим вокруг, что тут есть. Тут ничего такого нету. Нужно еще посмотреть, подсвечивается ли золото. Когда я в таком режиме. Для этого хотя бы нужно найти, и я не вижу данных. Но мне кажется, если сейчас к порталу подойду... Это плохо. Ладно, плевать. Где данные? Мне нужны сраные данные. Ладно, валим отсюда. Может, их тут и нету. Или я просто слепой. Мне кажется, на столе здесь где-то должны быть данные, но что-то типа того, потому что, ну блин. Пятый мы нашли там. Значит, где-то здесь должен быть последний.
Нету, ладно, все, я не вижу. Поехали отсюда. Давай убежим отсюда. Я не вижу. Может, где-то в промежутках. Нету. Я бы сюда еще золото спрятал за ним. Хотя я водоемы мог бы их спрятать. А, мы что-то уже были. Точно. Ладно, валим отсюда тогда. Это шпион! Пошли, пошли! Ладно. Сейчас как раз поищем и последний. Долгая граната. А это аппаратура взрывается. Сила тени позволяет видеть врагов в темноте. Я вас понял. Но они, походу, тоже не видят меня в темноте. Это последние, да, данные? Да. Книжнику удалось вырвать признание у молодого русского. Хотя ты заняло больше времени, чем я думал. Его зовут Сергей Ковлов. И он член группы, называющей себя «Золотой рассвет». Он не сказал, чем занимается эта группа, но это вопрос времени. Гораздо важнее то, что он сообщил нам, как добыть еще один тулийский медальон. К своему следующему докладу я приложу предмет, который вы так долго искали. Так, и давайте все-таки четвертый где-то по пути найдем. Ох, еще одна. Ёлки-палки, ты надоел. Но здесь хотя бы везде есть сгусток силы. Давай, давай, лезьте, лезьте на меня. Все или еще? Да, нам предлагают сюда выйти, но, ребята, я аж повторяюсь. Мы с вами еще где-то одни данные не нашли. Поэтому мы сейчас с вами пойдем херячить херней. Мне нужны последние данные. Хотите, я могу без записи это сделать, в принципе, сбегать, только где это проход? В случае, не завалило по пути.
стоп, а где он реально? Пойди вот это, да? Бля, его завалило? Серьезно? Да и выгоните. Найс. Ну все, ребят, нет, пойдем заканчивать серию. По рекомендации кружка Крейсау, я отправился искать генерала Цетту на археологических раскопках. Там я освободил пленника по имени Сергей Ковлов, агента организации «Золотой рассвет». Сергей помог мне найти медальон, подобный тому, который я взял на Тирпице. Кроме того, я обнаружил полуразобранный каменный портал, который, собственно, и является объектом раскопок. Не знаю, в чем тут суть, но, похоже, он очень важен для Цетты, а значит и для меня. Да, данные не найдены, как обычно, золото не найдено, где оно валяется, хер его знает. Окей. Мы отправляемся обратно в этот запад. Биджей, ты жив. Скорее назад, ты должен все рассказать Каролине. Эй, ты там, выходи, ты окружен. Ложись, Шнайдер! Да, нужно дачу брать на автомате. Так, в принципе, сюда уже больше не приду. Пошли, пошли! Давайте, я думаю, мы тогда с вами на этом вот моментике закончим. Да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.